19 авторов и более 50 работ, выполненных в различной технике, живопись, инсталляция, различные виды графики, традиционная и компьютерная, литография, афорт, каллиграфия – все это представлено на выставке «Япония рядом». Ее куратором выступил Александр Городний, собравший в единую экспозицию работы за 30-летний период сотрудничества. Мы знаем, что год Японии в России. Конечно, бы хотелось нам сразу тоже поучаствовать в этом мероприятии. Традиционное искусство Японии, оно весь мир его знает, восхищается, повлияло на современное искусство, это очень важно. Зрителей может удивить то, что среди авторов работ французские, немецкие, английские имена. Но все эти художники многие годы живут и работают в Японии и наряду с японскими авторами выражают в своих полотнах уважение к канонам японского искусства и преемственность традиций. Выставка смогла удивить даже генерального консула Японии во Владивостоке, который также побывал на открытии. Спасибо за приглашение и еще проведение этой выставки. По правде говоря, вот мы не знали, или я не знал, что в вашем фонде, в вашем архиве такой богатый коллекционер картин. Глядя на представленные экспонаты, можно понять, что японские авторы в своих работах делают акцент не только на визуальную эстетику, но и на философский аспект. С помощью искусства поднимают вопросы, которые представляют особый интерес для современного человека. Александр Городний, директор музея, собрал уникальную коллекцию. И те работы, которые вошли в экспозицию этой выставки, они, несомненно, заслуживают огромного интереса не только у людей, которые интересуются восточной культурой, но у всех жителей и гостей города, потому что это тот менталитет, с которым мы сталкиваемся и в повседневной жизни в том числе. Сегодня богатое наследие плодотворного сотрудничества многих лет принадлежит городу Владивостоку и бережно хранится и экспонируется в новом здании арт-этажа. Выставка «Япония рядом» продлится до 18 февраля. Вход свободный. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.